Я могу зависнуть. О! Что это было? Горочка была? Казалось так трудно, а получилось так просто. Надо этого. Одна из самых простых. Надо Путина на Ниве сюда отправить. На них. Он любит ее. Ниву. Колено тоже нравится. Поездит. На колени, вот, не пару раз проедет, наверное, потом она развалится. А вот эти вот большие вот такие глыбы, да? Магма, да. Они как, такие большие летят? Да, раскаленные прям. Прям вот такие здоровые? Да. Короче, тут коттедж нельзя строить. Да, так прилетит что-нибудь. Дизайнерский камушек. Да. Как на моток уехать, там стоит единственный домик Ванина, туристический приют. Каждый год у него крышу сносят. Снега. И каждый год его восстанавливают. А вот здесь вот слева вот такое на вершине. Вот такой... здесь вот норки этих самых лис. А вот здесь вот прям на самом макушке вот проехали уже. Такой правильной формы такой. Возвышение какое-то. Мы сейчас увидим правильной формы трубы лавовой. Вот мы видим камни, да? А мы увидим трубы. С этого. Ага, там, лава, там, да. Там. Вы представляете, как тут надо видеть трубы? А пещеры большие? Куда едем? Две больших, мы посмотрим. Дальше, наверное, лучше пройдем пешком. Тут вообще прям снег. Компрессор сгорел. Все, тут зима. Далеко? Не лезь на колеса. Не надо, надо. Чего мы хочешь? Да. Провалимся. Ковыряться. Я дорогу назад запомнила. Надо спускать побольше колеса, чтобы не забрать. Потихоньку. Пройдем сейчас. Ты думаешь? Пройдем? Не знаю, посмотрим. Он здесь, наверное, так и не растает, новый выпадет. Не, он здесь ставит. Ставит? Угу. Еще неделю он ставит. Потом неделю не будет его, потом заново. Это же не ледник, это просто... Снежник, да? Лед мы сейчас в пещере увидим лично. Ну все, мы тогда, значит, до самой пещеры дойдем практически. Не растает и все. Причем опасно в таком снежнике линзы. Под снегом вода стоит. Ну, да. И они где-то выходы находят. Да. Можно одним колесом встретить. Да, тут и лебедку не за что зацепить. Провалишься. Ну вот в этот вот там разлом, к которому мы проезжали справа, а туда этот самый прадед ушел. Такой опытный водитель, при том, много лет туризмом занимается. 6 часов его вытаскивает. Да, тут